Легкий способ бросить курить. Не давай табачным компаниям набивать себе карманы. Бросай курить, бросай. Жми на ссылку в описании. Музыка. Вы видите, во всех этих словах есть одно и то же слово ключ. Хайзель. Одинаково. Пишется одинаково. Только кто? В одном Кадыр случае это будет слово «хайзель» по отношению к остальным. А в другом случае это будет несколько многозначных слов. Разберите. Где будет аммоник, а где будут многозначные слова? Давайте все сначала сделайте, а потом мне дайте правильный ответ. Почему пока интернет пишет? Мне скучно. Итак, объедините многозначные слова и противопоставьте анонимичное слово. Ну, какие приветики, Никита. Варианты давайте, пусть неправильные. Как дела? Гаечный и скрипичный. Ты считаешь это слова? Игнор. Амонимы. Мне не кипит игнор. Так. И ты считаешь, что они? Если между ними есть что-то общее. Все, дети. Кадыр. Не можем. А здесь есть четко амонимы и есть четко многозначные. Опять инсар. Бастаник. Ребят, еще версии дайте мне. Значение, смотрите, значение слов, смотрите. Оно вот это то, от чего нужно отталкиваться. Ну, открывает тональность произведения, безусловно. Как ключ от замка открывает замок. Блин, не получилось. Привет, как ты? Привет, как ты? Отлично. Ты как? Только я не знаю, кто это. Считаете так? Ну, давайте разбираться. Гаечный ключ – это ключ, с помощью которого что-то открывает, да? Дальше. Ключ к шифру открывает какую-то тайну. Скрипичный ключ открывает музыкальную тональность. Я русский не сдам. Не русский, я могу там отключку. Если что-то общее открывает. Поэтому, безусловно, гаечный ключ, ключ к шифру, скрипичный ключ. Вот, русский – это что? Идет, я не знаю вообще, где причастие. Я уже понимаю. Многозначные. И надо вам сказать, что слово «ключ», которое явилось источником многозначных слов, в древнерусском языке звучало следующим образом. Ключ называется клюшкой или клюкой. Хочешь поздороваться? Что означало «палка с загнутым концом», с помощью которого можно было что-то открыть. Кадыр. А затем уже вот таким образом Кадыр. В слове образовалось слово «ключ». Дальше. Ключ в значении «родник» будет амонимом в трех последующих, потому что ничего общего между ними нет. Ключ в значении «родник» произошло от слова «клокотать» или «клокотать». Да? И «родник» – это то, что в родике, да? Клокочет, бурлит, и вот отсюда значение слова «ключ», «родник». Клокотать? Итак, идем дальше. Каким же образом в языке возникают амонимы? Пожалуйста, пути возникновения амонимов. Говорим о чем амонимах. Их будет четыре способа. Пути возникновения амонимов. Итак,
Или сядь нормально, пожалуйста. Сядь норм. Я с тобой сяду, кстати, на французском. Отключу Wi-Fi, у меня 72%, было 88%. Хорошо, сейчас. Ну, для того, чтобы понять, что это такое, приведу очень простой пример, который вы все хорошо знаете.